estica, estica esse bumbum. Pá, pá, bum, bum, bum. Pá, pá, bum, bum, bum. Pá, pá, bum, 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 bum. Качественная китайская резина. Когда они уже, блядь, научатся, сука, резину делать. Отели, блядь, за 10 дней научились делать 20-этажные, сука, а резину не научатся никак, блядь. Я понял! Я понял, почему китайцев дохуя, они резину не умеют делать. Чё стоим, Лёва? Давай, погнали. Не бойся, не ссы, как я тебя учил. Мне сказал, не бойся, давай. Рядом. 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 Стоять. Сидеть. Лежать. Сидеть. Лежать. Стоять. Лежать. Стоять. Сидеть. Стоять. Лежать. Стоять. Сидеть. Гагарина ты люби. Садитесь. А зачем вы меня сейчас фотографируете? Чтобы со мной, если вдруг что-нибудь случилось, мои друзья обязательно нашли вас и вас посадили в тюрьму. Ёлки-палки. А вы меня зачем сфотографировали? Чтоб на зоне вспоминал, за кого сижу. Ребятки, так на оптовку фарш завозят, который мы потом покупаем. Все, поехали людям продавать. Он бедолага аж идет там, блядь, отряхивается от фарша. Қараңыздар, мынау замок сигналысы ойнайды. Қазір мен жаптым, жаптым замокты. Мен біреуге құрып көрсе, сигнал ойнайды. А былай салсаңыздар, жай обычный істейді, міне. Жай замок болады. А былай салсаңыздар, наурыт. Мен жаптым, міне. Сауранын аласын дейді. Сауранынға келіңіздер, кенже деген ерде бауырымыз бар, сол сатады. Эй, я сошла с ума. Какая досада. Baby, I got your roses. Sorry. Babe. Tana, no. Hey, baby. Ты до сих пор не играешь в танки?
Да ты просто тратишь жизнь впустую. Ведь в танках можно ехать и стрелять, стоять и стрелять, падать и стрелять, давить тыквы, портить чужое имущество, парковаться как хочешь, отрывать башни, таранить врагов. Все, что ты только можешь представить. Пробуй сам. Ой, блядь! Дедушка, ты что здесь делаешь? Ну, просто вы взяли камеру, пошли в гараж, а у вас сейчас возраст такой, тёлки не дают, а трахаться уже хочется. Эх, вот я и решил посмотреть, чё вы тут занимаетесь. Да не беспокойся, мы просто снимаем клип для нашей рэперской группы. Рэперской группы? Значит, вы всё-таки педики, да? We hitting the ramp, boys? Oh my, oh, we're in it. Oh, yo. Oh shit. Oh. Yo. The fuck? What? Билайн обычный, да год, уже, год уже как положил 500 рублей в этот телефон, до сих пор не ушли, хоть Китай звони, хоть Америку звони, куда хочешь. Да брат. Это сказки, брат, что за... Куда не хочешь, не за границу звони, вот не уходи. Вот сейчас я снимаю, ну покажи, докажи. Не веришь? Не верю. На, вот смотри. Не вот. Может быть такого. Вот, вот, пожалуйста, вот 500 рублей. Положил и не уходил. Да, до сих пор не ушли. Так пожалей мои нервы, нервы, нервы. Хочет быть со мной верной, верной, верной. Я то знаю, ты стерва, стерва, стерва. Пожалей мои нервы, нервы. Мой гора любимый, родина Кавказ. Там в горах высоких я барашков пас. Чтобы не потели, заводил их в тень. Чтобы не скучали, танцевал из геняра, вай-вай, вай-вай-вай-вай, ара, вай-вай. Ладно,
واه يا حرق اختر حكي برجولي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم او ماي جاد اوكي هذا مانيكن Everybody was kung fu fighting. Говорила тебе не оставлять его в морозилке. Пей теперь такое. Вот как в этой стране не пить пиво 31,90. Бутылочка воды 55. Тогда пивка. Да не, водичку взял. Вы все говно! Мы все говно! Говно должно говорить громче! Мы говно! Для меня самая страшная ванна — это вот эта вот штука. Здравствуйте, с компанией Reflame. У нас сегодня скидочки, акции, бонусы. Юра. Oh,
маме говорит, сходи в магазин, любимый, купи хлеб. Так приятно стало. Блять, оказывается, магазин любимый, а не я. I can't believe I got this on video. Bert, it's just a... No, you killed my balloon. You asshole, that's my birthday balloon. Oh my god. Sorry, Drew. Sorry, Katie. Thank you for the awesome Bert. Cat. Good job, Bert. Holy shit. Hey, okay, it's all over. Yay. Одна европейская пара очень долго не могла иметь детей. Они перепробовали все. Мази, позы, ничего не помогало. И тут они узнали, что где-то в Сибири есть знахарь, который просто творит чудеса. Они приехали в Сибирь, нашли его, все ему подробно рассказали о проблеме. Он их послушал и говорит: «Вы че, мужики, охуяли, блядь?» Вот так. Не всегда по-нормальному попросишь кого-нибудь поставить лайк, блядь. Никто не ставит. Блять, просто просишь, поставьте лайк, пожалуйста, блять, настроение плохое. Никто не поставит. Где здесь дорога? Может, это? Или это? Вот для какой дороги вот этот знак, что вот эта дорога с односторонним движением? Для какой? Наверное, для вот этой. Или этой все-таки? Плиточка не интересует. На, забирай. Отойди. Забирай плиточку. Или въебать переспросить. Слышь, ты что, совсем что прикольно? А? Плита интересует? Нет. Нет? Подержи, 3 сотки. А убери. 3 сотки. Убери. Нет? Убери. Прилавка только что снял. Если интересует, можно взять. Не знаю. Не интересует? Не интересует плита тебя? Плиточка интересует? Новая. 3 соточки. Нет. 3 соточки. Только сорвал. Еще раз тебе говорю. Крутится, нет. Все работает. 3 режима, 4 режима. Работаем, подключаем, начинаем кашеварить. Борщи, супы. Ты меня слышишь? Снимается, поднимается. Друган, ты меня плита. Слышишь? Я несколько лет назад с особого освободился. А если въебать и переспросить? А? Только в России, я считаю, могут быть такие мусорки. Смотрим. Честно, вот честно сейчас скажу. Если учесть то, какой я немного человек извращенной фантазии, то если бы я не жила сейчас с родителями, я бы сидела вот в этой же форме, но без вот этой футболки. И чё?
Друзья, надеюсь, мне удалось поднять вам настроение. От вас жду фидбэка в виде подписки и репоста друзьям в соцсети. Также советую нажать на колокольчик, дабы не пропускать новые видео. Посмотреть предыдущие можно, кликнув по одному из значков на экране. Спасибо за просмотр. Пока-пока.